Совещание с руководящим составом провел губернатор Московской области. В мероприятии приняли участие и главы муниципалитетов. Прежде всего, Андрей Воробьев поблагодарил всех за высокую организацию на избирательных участках во время голосования. Еще раз большое спасибо всем, кто принимал участие в организации, в обеспечении безопасности, в осуществлении своих непосредственных функций, имею в виду избирательной комиссии, участковой комиссии. Большая важная работа для всех, это очевидно. Вы знаете, что у нас очень хороший результат в Московской области. Мы первые по количеству голосов отданных за конституцию. Во вступительном слове Андрей Воробьев акцентировал внимание на необходимости контролировать возобновление работы детских садов. В полном объеме они стали функционировать с 6 июля. Запрос на детские сады был огромный, потому что, понятно, родители работают, и когда не с кем ребенка оставить дома, а летние лагеря еще не начали функционировать, это всегда, как говорят в народе, головная боль. Я прошу министра образования, а также вас, уважаемые главы, обратить внимание на ритмичность, соблюдение безопасности работы детских садов. Сделайте звонок управляющим, руководителям детских садов, убедитесь, что все, что связано с комфортным пребыванием, безопасным пребыванием наших детей, обеспечено в каждой из веренных вам территорий. В ходе совещания Андрей Воробьев отметил, что выявление случаев COVID-19 в регионе снижается, а значит и освобождаются инфекционные койки. Мы видим снижение выявленных случаев. У нас максимально исторически было по 1000 в день, сейчас это меньше 300 случаев. Освобождаются койки, перепрофилируется абсолютное большинство клиник, которые оказывают плановую медицинскую помощь. Я уже говорил о том, что эта работа непростая, требующая максимального внимания, но запрос на нее, как мы знаем, у жителей огромный. Начиная от стоматолога и заканчивая сложными операциями в самых разных областях. В связи с освобождением после обсервации здания, которое предоставило РПЗ, Виктор Неволин поставил задачу провести полную дезинфекцию помещений и вернуть в том виде, в котором оно было предоставлено. Надо это сделать как-то достойно, чтобы мы не, опять же, в этой можно сдать печь, в которой, извини меня, два раза манка убегала там или что-нибудь, каша, да, и она вся черная, это одна ситуация. Нет, проверь. А если мы сдаем, то мы вымыли и передали уважительно и нормально, понимаете? Вот эти вещи, они мелочь, но они оставляют осадок, то есть завершенность этого всего мероприятия должна быть такая, чтобы это было действительно уважительно и поблагодарим. И надо, кстати, РПЗ поблагодарить руководителя. На ВКС обсуждалась также подготовка к отопительному сезону и контроль за выполнением графиков отключения горячей воды. В регионе почти 54 тысячи многоквартирных домов, 2500 котельных, более 10 тысяч километров теплосетей. В этом году перенесли старт отключения горячего водоснабжения с 1 июня на 2 июля. В отдельных территориях будут сокращены сроки плановых работ. Мы договаривались о том, что в этом году максимально уйдем по отключению горячей воды с 14 до 10 дней. По крайней мере, мы должны видеть каждый год динамику по сокращению сроков, когда в МКД не поставляется горячая вода. Максим Рымар, министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области, выступил с докладом о работе Центра управления регионом за неделю. За неделю у нас выросло количество принятых жителями решений, 6483 решения. Поэтому показатель мы также остаемся на уровне прошлой недели. Мы теперь переходим к актуальным направлениям. За неделю рост показателей показали нам вопросы дорог, сельского хозяйства, социальной сферы, безопасности, природы, экологии. Мусорные дворы у нас не в лидерах в сегодняшнем рейтинге, поскольку по ним на прошлой неделе наблюдалось снижение количества новых жалоб. А что же волновало больше жителей на прошлой неделе? Это борщевик, незаконная торговля, объявление о продаже наркотиков, очистка водных объектов. Всем заместителям, вот я делаю вам специально такой посыл. Работа с ЦУРом – это ваша задача, по которой рейтингуется и ЦУР, как он работает с вами, и рейтингуется муниципальный округ, который, показатели которого складываются из того, что дает вам Сергей Сергеевич.
не упрощайтесь, никуда это не денется. Все заявления жителей, которые поступают в ЦУР, должны быть очень внимательно отработаны. Анастасия Звягина, министр правительства Московской области по информационной политике, рассказала об основных обращениях жителей в социальных сетях. У нас значительный спад, практически на 30% по всем нашим направлениям. Совсем небольшой рост по нашей социальной теме, но это произошло за счет президентских выборов. И мы фиксируем рост обращения по бродячим собакам. Что важно, по благоустройству у нас впервые произошел спад обращений в соцсетях на 35%. Мы 2 июля вместе с Михаилом Владимировичем Хагином провели большой брифинг в ТАСС и разъяснили программу благоустройства на этот год. Губернатор Московской области сделал акцент на том, что лето – время отпусков. Но это никоим образом не должно сказаться на работе по благоустройству и уборке территорий. Многие из вас, многие из нас планируют периодически отъезд, отпуск, время провести с семьей. Уважаемые коллеги, прошу вас обратить внимание, чтобы ни в коем случае не сказывалось на работе веренных вам служб. Понятно, что лето – время отпусков, понятно, что семья, но система в каждом муниципалитете на региональном уровне должна продолжать работу. Кто-то отдыхает, кто-то продолжает косить, убирать, асфальтировать, строить и заниматься важными делами для жизни нашего региона, нашей страны. Елена Цыганова, Игорь Чернышов, Дмитрий Курнов для программы «Городские вести».